Всем привет! Сегодняшний обзор по микроавтобусу Ford Transit 2015 год выпуска. 2.2 дизель, еще мотор Евро 5 предыдущей генерации, не Евро 6, не двухлитровый. Машина приехала из Германии, 9-местная, категория B, L3H2, синий цвет. По кузову не полировалась, машина в родном окрасе, повсюду просматриваются следы от наклеек рекламных. Попозже отвезем машину, машина только приехала, отвезем на химчистку, на полировку. Ну вот тут цифры видны, телефоны, небольшие царапины от ногтей. Ну, родная краска, полируется будет как новой. По комплектации, хорошей комплектации, европейской для пассажиров, с парктрониками передними, задними. Здесь такой грузовой отсек, около 1,5 метра свободного пространства. И чем примечательно то, что сиденье каждое крепится отдельно. Вот по этим салазкам можно его сиденье перемещать вперед-назад, можно их перевернуть, поставить лицом друг к другу, можно удалить. Ну, то есть трансформации по салону возможны. Ну, не любые, но большое их количество. Вот такая какой-то ящичек, полочка. Опять же, машина использовалась, по всей видимости, иногда для перевозки инвалидов. Потому что здесь вот видны такие отверстия подкрепления. Стоял здесь пандус, раскладной пандус, для того, чтобы заезжала инвалидная коляска. Потолок заводской, оригинальный, с дефлекторами, через которые подается холодно-горячий воздух. И вот здесь находится отопитель и охладитель. Вот эти ремни безопасности как раз таки служат для крепления инвалидных кресел. Такой внешний вид. Резина задняя, миллиметров 6-7. Еще очень хорошее состояние. Еще примечательная деталь, вот такая подножка. Она электрическая, выезжает и заезжает. Заезжает и выезжает. Ну, вот такие сиденья, опять же, салазки, крепления. Здесь нужно воспользоваться гаечным ключом, а вот заднее сиденье уже на барашках. Там же тоже дефлекторы для подачи холодного горячего воздуха. Управление отопителем, задним и кондиционером вот здесь. По салону вот такие машины приходят из Германии. Химчистки тут еще не было. Состояние хорошее, близкое к идеальному. Ничего не вырвано, не поломано, не поцарапано. Как люди умудряются использовать машины по 6-7 лет и сохранять их в таком состоянии. Можно только позавидовать. Комплектация, разумеется, с кондиционером, магнитола, камеры заднего вида нету, круиз-контроль, мультируль. Такие сиденья у нас впереди. Пробег 167 тысяч, сервисная книжка имеется, записи там, правда, немного, до 100 тысяч пробега записи. Теперь о минусах. Вот, по всей видимости, здесь сломались клипсы и закрепили какие-то отверстия, может, саморезы были, может, еще что-то, и вот здесь какая-то вмятина. Ну, видно, тиранулись этим боком обо что-то, передним бампером. Ну, несущественно. Стекло пятерка с подогревом, заводское, не мененное, без сколов и трещин. Тоже говорит о пробеге и качестве эксплуатации. Противотуманки, передний парктроник. Капот не крашеный. Мелкие царапинки от щетки, от моек.
передняя резина, колеса на 15. Ну, вот есть такие небольшие царапинки, тоже видно, тиранулись. Ну, несущественно. Стеклоподъемники, центральный замок, электрические зеркала. Вот такое состояние руля. Не перешивался, заводской родной. 168 тысяч пробега. Смотрим, что под капотом два ключа. И еще один плюс огромный. Есть фибаста автономная. То есть можно запустить ее либо с этого пульта дистанционно. Не знаю, правда, насколько, со скольки метров можно запускать. Ну, дистанционно точно можно. Либо можно войти в маршрутный компьютер и установить время пуска на каждый день. То есть с утра встаете, допустим, в 8, надо, чтобы машина была прогрета к этому времени, ставите там на 7:30, и у вас утром машина уже прогрета. Вот такой внешний вид под капотом. Немножко пыль сбили, отмыли, но все родное, все пыльное, грязное, без следов ремонта. Фары, дата выпуска 2015, тут у нас тоже 2015. Завели мотор. Работает хорошо, ровно, без посторонних шумов. От дороги сегодня очень шумно, еще керхи работают. Но средний расход у машины 7,5-8 литров. По стоимости будет ссылка прикреплена, просьба на нее обращать внимание. По ссылке можно будет увидеть цену. Всем пока.